Всем привет, с вами Картилага, и сегодня у нас видео из серии «Один день из жизни». И сегодня мы с вами будем машинистом метрополитена. Так, ну что ж, всем еще раз привет, и как я сказал до этого, сегодня у нас «Один день из жизни машиниста метрополитена». Сейчас мы с вами дождемся свой поезд и начнем нашу смену. По наряду у нас сегодня с вами сделать пару рейсов и затем загнать поезд в депо. Ожидаем прибытия нашего номерного и отправляемся в рейс. Everything you do.
All I need is 10 more minutes with you. Let me give it a one last shot. Will I ever get through to you? Oh, am I wasting my time? Should I leave for the night? It's unclear at the moment. Can you give me a sign? I'm here trying and trying. I need 10 more minutes with you. So let me know if you give up hope. Do I leave you alone or I leave you alone? So let me know if you give up hope by now. So let me know if you give up hope. Do I leave you alone or I leave you alone? So let me know if you give up hope. I need 10 more minutes with you. Go back home, can't do this anymore. I can't get through to you, so what the fuck am I fighting for? What all those rumors true? Or were you trying to get a rise out of me? A rise out of me? Oh, I don't wanna make it all about me again. But I don't even know half the things you said. Oh, I can't see the color running through you.
Ну что ж, вот и подошел к концу наш рейс с вами. Мы загнали поезд в депо. И сейчас я пойду на техучебу и на послерейсовый осмотр. Вот. Снимать уже это не буду, поэтому видео я буду заканчивать. Я напоминаю, это было видео «Один день из жизни машиниста метро». С вами был Картилага. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, что вы думаете по поводу этой серии. Впереди у нас еще с вами метрополитен города Кортелиус. Будем начинать строительство. Есть у меня одна очень интересная идея на эту тему. Так что не пропускайте. И увидимся в следующих сериях. Пока-пока.